Ночной порт. Крысы в доках куда-то спешат по своим темным делам. Меня привело сюда сообщение от Фелиции Харди. Кажется, она напала на след. О, тут скользко. Эй, смотри. Это просто камушек какой-то. Чего его охранять-то? Гоблин платит тебе, чтобы ты задавал вопросы? Нет, твердолоб. Тогда заткнись. Гоблин сказал, что паук придет за скрижалью, что его надо остановить любой ценой. Я польщен. Тащи его, пока у меня терпение не лопнуло. О, скоро она лопнет. Это он, Человек-паук. Чего вылупили? Стрелять уже наконец. Кажется, он ушел. Смотрите в оба. Если кто-то шелохнется, сначала стреляйте, а потом разбирайтесь. Нам нельзя рисковать, ясно? Так точно, босс. Привет, босс, у нас все готово. Тихо, Монтана, некогда болтать. У нас важный пакет для мистера Осборна. Это точно, твердолоб. Я провожу вас прямо к нему. Слишком много автоматов. Уйду в тень. Не хочу, чтобы меня нашпиговали свинцом. Монтана, ты со мной. Надо кое-что обсудить. Есть, босс. Вы двое прикрываете меня, ясно? Есть, босс. Есть, босс. А ты, Буйвол? Да, босс. Стой там с тупым выражением лица. Думаю, у тебя получится. Так, придурки, слушайте меня. Мистер Осборн сказал, что мы должны быть готовы ко всему. А он ведь всегда знает, что нужно делать. Да, это верно. Так что за дело. Так, собственно, переходим к прохождению за Человека-паука Нуар. Вот, миссия будет стелсовая, я так предполагаю. Так. Что, его нужно снять? Типа по-тихому. Типа по-тихому. Так, там еще один. Давайте. Повторим. Отлично. Повторили. Соберем жетончики. Ну, стелсовые миссии, они, как правило, сложные. Давайте посмотрим, насколько сложно будет стелс в Человеке-пауке. Так, я так понимаю, надо вот этого чувачка. Там больше никого нет. Этого чувачка снять. Отлично. Так, хочу взять значок. Нужно наверх обратно. Вперед, открывайте. Это рабочее депо. Что тут происходит? За что? Что я с вами сделал? Скажем так, я не хочу, чтобы кое-кто совал свой паучий нос в мои дела. Если Человек-паук попытается его спасти, шлепни его. Ясно? Да, босс, хорошо, пошли. Зря он впутывает в это невинных людей, это только злит меня еще больше. Муфаса. Так что ты там должен отвезти Осборна? Да простой какой-то камень. Ну ладно, на самом деле в нем есть особые силы. Откуда ты знаешь? Как бы тебе объяснить? Он как бы... Он с тобой говорит. Если прислушаться, он говорит с тобой женским голосом. Странным таким. Шепчет или... Не знаю. Шепчет. Шепчет или шепчет. Шепчет? Да, мягко и нежно, и тихо. Че уставился? Ничего. Он смотрит на меня как на психа. Так, сейчас этот чувак отвернется, и я сделаю свое поганое дело. Точнее, не поганое, наверное, а... Да сейчас спасу, не ори. Надо же со всеми,
со всеми разобраться. Отлично. Так, врагов больше нет, да, здесь? Я так предполагаю. Паучок, отлично. Секретик. Так, открыл нам ворота. Окей. Открывайте ворота, придурки. За что я вам плачу? Да, сэр. Вперед, мне до Рождества вас ждать. Вы это не сделаете. Видишь револьвер? Это все права, которые тебя интересуют. Если кто-то полезет, не жалей свинца, ясно? Фу, да, босс, может положиться на меня. Я не подведу. Отлично, типа никто не увидел. Так. Того чувака надо снять, да? Так где ты нашел этот камень? В Джерси, он упал прямо с неба, в районе Гроверс Милл. Была яркая вспышка. Ребята рассказали об этом Осборну, а он послал меня за камнем. Ты как будто недоволен. Да ну, я просто счастлив. Босс дал мне приказ, я его выполняю. Если я не знаю, что делать, он всегда мне говорит. Он хочет, чтобы я был мальчиком на побегушках. Без проблем. Им командует Осборн, а мной говорящая голова. Не знаю, кто из нас на самом деле марионетка. Так. Так. Надо, чтоб отвернулся. Отлично. Так, меня не заметили, нет? Отлично. Не заметили. Того чувачка надо снять. Он сейчас, наверное, пойдет в мою сторону. Хотя он стоит и не шаволится. Отличненько. Отличненько. Все гладенько. Все прикольненько. Спасаем. Сколько нам? Еще одного, да, надо? Окей. Тебе все равно не найдут. Ты подонок. Да что ты? Как там твои коленные чашечки? В хорошей форме? Хочешь их сохранить? Тогда больше не говори со мной таким тоном. Вы знаете, что делать. Увидите паука, прикончите его. Есть, босс? Так, отлично. Так вот, Осборн. Осборн меня бесит. Я стервятник. Другие боссы... А, я стервятник, другие боссы. Мы все бегаем и собираем для него эти осколки, словно курьеры какие-то. Я так скажу, Осборн довольно глуп, если думает, что он один почувствовал силу в этом камне. Хочешь вставить его себе? С этим я сам разберусь, не волнуйся. А Человек-паук? Хе-хе-хе. Что с ногами у Человека-паука? Я займусь Человеком-пауком. Он тоже слишком сообразительный. Не согласен. Так. Оп. Отлично. Так, отлично. Типа бесшумно. Сейчас второго подойдет поближе. Его. Ну, есть. Так, чувак, там не ори. Я все прекрасно знаю. Сейчас я спасу тебя. Так, не попадайтесь на глаза противнику, прячьтесь в тени. Ждите, пока все успокоится. Да понятно. Оу, как ты меня нашел? Че, он должен сюда подойти? Нет, он спокойно там бродит, ходит. Что это он? Это он так кашлял там? Отлично. You are on the good road. Женщина, я тебя не понимаю. Да тут я. Разорался, блин. Открывай ворота. Долго же ты думал. Так.
Этого мы сейчас... Отлично. Всех спасли, получается. И теперь нам... Куда нам? Сюда? Так, наверх. Чё ты не лезешь? Только не говори мне, что вы его еще не убили. Он все перевернул вверх дном, освободил заложников, открыл ворота, вырубил наших ребят. Серьезно? Черт. Я говорил не лезь. Ну ладно, пора самому вмешаться. Паук? Ты тут? Слышишь меня? Так вот, это война. Можешь готовить себе гроб, я тебя в нем похороню. Вы двое оставайтесь на месте, он придет сюда за мной. Вы должны будете остановить его. А если не сможете, будет как с этим придурком. Я зря болтал. Че там? Ты куда? Я? Кое-что подготовлю на случай, если вы его пропустите. Не то чтобы я вам не доверял, хотя, если честно, так и есть. Да этот твердоголовый настроен серьезно. Ну посмотрим, сможет ли он справиться с Человеком-пауком. Так. Куда? Спасибо за на добром слове. Да, спасибо, твердолоб. Не пойти ли тебе куда-нибудь подальше? Простите, ребята, но он был прав. Сейчас я вам докажу. Понятно. Выломать люк. Этому мы всегда рады. Ой, куда ты свалился-то? Так. Чувак наверху. Еще один. Отлично. Не успел повернуться в мою сторону. Это хорошо. Так, второго также. Там, кстати, еще один лазает. Попробуем его сверху. Отлично. Прям я уже привыкаю к Человеку-пауку Нуар. Прям он такой. Тихий убийца. Так. Надо вон тех снизу, короче, которые поснимать. Как бы это сделать? Так, я надеюсь. Типа темно. Типа темно. Ага. Нафиг пошли. Блин, это слишком высоко, да, получается? А нет, нормально все. Все отличненько. Ну, в принципе, несложная. Стелсовая миссия несложная, в принципе. Знаешь, жди, когда они отвернутся. И окутывай их паутиной. Так. Всех устранил? Ну, вроде как... А, нет, вон еще один. Он даже, кстати, не среагировал. Лежит чувак в коконе. Эй, где все? Что-то тут не то. Лежит чувак в коконе, короче. Этот такой подходит и... Как будто так и должно быть. Даже ноль эмоций. Окей, идем дальше. Так, паук что-то притихарился.
Надеешься победить меня? Попробуй, если хватит смелости. О, аренка. Сейчас будем мочиться с ним. Эй, паук, может устроим несколько раундов? Поверь мне, достаточно будет одного. Так. Теперь надо разобраться, как его мочить. То, что уворачиваться от пули, это понятно. А дальше как? Сверху, может? Нет. Тихо, вон сзади. О, отлично. Не попадаю под лучи прожектора, если спрячешься в тени, он не сможет тебя выследить. Понятно. Короче, понятно. Надо прятаться в тени и сзади обходить. Так, прожекторы. Прожекторы. Отлично. Вау, засёк. Ладно. Да куда ты полез? Так. Отлично. Ничего сложного. Теперь вот так, в тень. Наверное, еще разок. Все будут чики-пуки. Чики-пукички. Чики-паучки. Блин, сколько прожекторов-то? Надо как-то... Да свали ты от стены. О, стоит спиной. Отлично. Не, не надо. Нет, не надо. Я отдам, все отдам. Уже хватило? Давай сюда этот ас... О! Скотина. А, по больному месту. Да, лоб у него точно твердый. Вырубил так с одного удара. Видел, какая мрачная рожа была у твердолоба? Последний раз он был в таком бешенстве, когда поймал Снейка Марстона, который показывал Дженни... Чего? А слышал про красавчика Дэна, дамского угодника? Его нашли в мусорном контейнере. Эх, бедняга Дэн. Так, я там не успел прочитать, но понятно, ладно. Если что, поставите на паузу, если вам интересно, и прочитаете. Ну, может, кто-то английский знает. Так. Может, кто-то английский знает, и на слух, может... Воу, воу, заметил, заметил. Так, ладно. Я так понимаю, нам сюда. Так, тут свет. Понимаю, нельзя на свет, да? Может, поверху тогда лучше пробраться. Так, и куда? А, вот. И снова он, паук. Я знал, что те слабаки тебя не остановят. Приготовил тебе кое-что поинтересней. Пятеро моих лучших людей и пятеро заложников. Ты ведь такой добрый, захочешь их спасти? Удачи. Покажешься моим парням хотя бы на секунду, очнешься в аду. Ты труп, твердолоб. Прощай, слизняк. Я не слизняк, я членистоногий. Ну спасибо, говорящая голова, устроила мне приключение. Надо укрыться в тени и сделать все тихо. Вынести их поодиночке. Спасти всех мирных жителей. Блин, это опять спасать. Окей.
Так. Давайте с этих начнем выносить поодиночке. Так. Ну, выносить их проще... О-о-о-о-о. Хорошо, что он не заметил. Так, в принципе, выносить их поодиночке проще парень на репы. Ждем, когда отвернется. Отлично. Можно нападать. Для захвата. Они еще... Они еще спрятаны, блин. Так, ваш добрый сосед Человек-паук. Человек-паук жители в опасности. Воспользуйся своим чутьем, тап, чтобы найти их по такому значку. Каждого жителя нужно отвезти в безопасную зону, которая отмечена свечением и таким значком. Поторопись. Только ты поторопись-ка. Свечение это получается вот это, да? Так, один из, из пяти. Пятеро. Пятеро заложников. Ну давайте вот с этой стороны начнем. Так, понятно, в сарайке сидит. А, там паучка вижу. Отлично. Секретик взяли. Так, а здесь у нас свет, да? Получается. Надо как-то... Да цепись-то от стены. Так, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, с этим разобраться. Отлично. Второго как раз отсюда же. Надо было сразу так сделать. Там я что-то затупил. Так, куда тебя отнести? Туда же, что ли? Ну. Получается так. Да не за что. Так, еще трое. Давайте по той же стороне пойдем. Угу. Тоже в сарайке сидит. Отлично. Они даже когда сбоку ты подходишь, не то чтобы сзади, а сбоку. Зато вот так вот они глазастые, блин. Так, а вот эта красная штука, значит, он сюда прибежит, я так понимаю. Окей. Все, отвернулся. Никогда не поворачивайся спиной к паучку. Не ори там. Сейчас тебя вытащу. О. Все, оказывается, не одна точка эвакуации. Там что ли, за поездом? Отлично. О, еще паучок, он ползает. Так, еще двое. Так, давай быстрее-то. О, еще один паучок. Пока он тот там бесится, я соберу паучков. Так. Спиной стоит, отлично. Да, поспи. Зачем вы вечно орете, блин? Я вижу, что ты здесь сидишь в заложниках.
Еще один. Где он? Понятно. Ясно, понятно. Ах ты! Во, не вовремя повернулся такой. Они прям как сплоченная команда. Как это? Как контра, знаете, была на Денди. Там так, такие же стойки были. Только там два чувака. А здесь целых три. Так, пока этот спалит спину. Да блин! Вот именно когда я подбегаю, они поворачиваются ко мне. Отлично. Lights out. Так, двое осталось. Отлично, минус два. Еще один. It's all Jake. I'm coming to get you. Еще один. Ну давай. Отвернись. Я сделаю тебе приятно. О, аж две штуки. Так, это последний, да? Воу-воу-воу, куда ты? Да не за что. Я знаю, что отличная работа. Так. Все, геройствуешь? Давай, подходи. Один на один. Разберемся по-мужски. Я согласен. Ману ан ману. Прикончите его. Ах ты лживая змея. Да, оу. Засранец привел в ловушку, короче. Че теперь, экшен? Экшен? Можно драться? Оп. Воу-воу-воу. Че си? Еще и поезда. Воу-воу-воу. Надо не забывать про поезда, короче. Да что ты? Блин, таких мощных этих ударов паутины нету, как у уникального Человека-паука. Да что ты, блин? Своими битами. Отлично. Идиота, убейте его. Крупный калибр сюда. Еще какое-то оружие. А, вот он про кого. Неплохо подготовился. Ты кто такой? Крепкий и многословный, ясно. Фига у него там. Кувалда просто. Слышь, чувак, у тебя кувалда в порядке? Воу, кажись в порядке. Давай-ка. Но, замахивайся. Отлично. Подстральный. Есть. Камон, камон. Блин, долго, наверное, его придется мочить-то. Воу, воу, воу. Ах ты. А, там было, короче, отсчет времени, типа. Говоришь, это был твой лучший боец? Еще кто-нибудь есть? Ну его к черту, бежим. Уходим. Да, сваливаем. Идиоты. Бесполезные придурки. Я иду к тебе, твердолоб. Один на один, как договаривались. Ману ан ману. Ману ан ману, как договаривались. Воу. Он, походу, это использовал артефакт.
Надо было использовать осколок раньше. Ладно. Сначала разберусь с тобой, потом с Осборном. Я буду править этим городом. Готов к бою. Всегда готов, мистер. Я всегда готов к бою. Так, теперь только надо понять, как его... Как его мочить. Ждать, пока он начнет перезарядку. Воу, чёрт. Тяжелая артиллерия началась, что ли? Ну-ка, да блин, я хотел... Куда ты полетел? Воу. В смысле? Я теперь ни черта не вижу. О, у меня жизни кончаются. Воу. Короче, я понял, что надо делать. Надо, чтобы он разбивал вот эти вот генераторы, короче. И сверху его потом мочить. Его раздраконить, наверное, его надо. Да блин, не так. Не так его драконить-то. О, отлично. Наверх. Так. Где он? Ну тоже, в принципе, несложно. Так, давай-ка. Куда ты? Ну. Да что ты? Отвали ты от него. Нацелился на него. Вокруг твердолоба прыгает. Воу. Короче, надо где-то рядом стоять с этим генератором. Вот так. Вверх. Где ты? Главное не свалиться вниз. Да что ты? Отлично. А, еще не все, что ли? В смысле, а генераторов-то всего... Все? Больше нету? Что теперь? Воу-воу-воу! Тебе так его мочить надо, что? Воу! А что ты опять нацелился на него и теперь отстать не можешь? О! А, да ладно. Получил. Воу-воу-воу! На, получи. Вот эти драки прикольные от первого лица. Так, а, все? Спасибо, Человек-паук. Говорящая голова благодарит тебя за помощь. Да, прости за это. Есть. Отлично. Еще один босяра пройден на нашем счету. Крэйвен Охотник и Твердоголовый. Твердолоб. Как его зовут? В галерее какие-то персонажи еще. Ну, это потом посмотрим. Может, после прохождения игры посмотрим всякие галереи, все, что там открылось. Вот. Ну, и на этом я буду заканчивать видео. Вот, серию. Как раз мы почти уложились во времени. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте.
Чем больше там народу, тем будет веселее. Там добавляю всякие новости, всякие по каналу. Так, то, что найду какие-нибудь там интересные новости по играм, бывает, добавляю. Вот. Ну, не суть. Главное, чтобы там народ активность проверял, так же, как и на канале. Ну, а я со всеми прощаюсь. До новых встреч. До новых прохождений. Всем пока.